этой маленькой святой книге. Здесь записано в этой святой книге, что все люди согрешили. Каждый из нас грешник. Если заглянуть в свое сердце, то можно увидеть много грехов, которые мы, люди, совершили против Бога. И Бог, как праведный судья, как святой, Он должен осудить грешного человека. Этого требует справедливость. Вы представьте, если у вас что-то украли, и вот его привели в суд, и судья взял его, отпустил. Но это ж несправедливо, правда? Несправедливо. Так же и Бог, если Он не накажет грех, Он будет несправедливым. Но вы знаете, Иисус Христос пришел сюда, в этот мир, Он прошел жизнь чистую и святую. И Он пошел на крест за каждого из нас. За меня и тебя, дорогой человек, Христос висел на кресте и уплатил. Если мы эту уплату Христа принимаем, каемся в своих грехах, то Бог нам грехи прощает. Если мы Христа отвергаем, то мы сами будем платить. И Бог будет справедливый к нам. Если принимаем, Бог будет милосердный к нам. И будет любящий. Иисус не только, вы знаете, умер на кресте. Если бы... Если бы смертью все бы закончилось Христа на кресте, то была бы бессмысленная смерть. Но Христос воскрес. Мы вот недавно говорили, воистину воскрес. Многие говорят и подтверждают, что Иисус воистину есть живой. И это правда. И Он призывает сегодня всех людей, независимо от возраста, всех людей обратиться и покаяться. Покаяться — это признать свои грехи, осознать, что я человек грешный, и попросить Иисуса Христа прощения. Слово Божие говорит о том, что если человек исповедует свои грехи перед Богом, то Бог верен и праведен, Он его простит и очистит от всякой неправды. Бог дарует мир и дарует прощение. Если человек будет отвергать Бога, он сам встретится с Богом, как со справедливым судьей. Я хочу задать вам вопрос, как вы встретитесь со своим Творцом? Знаете, наша жизнь не в наших руках. Мы не можем своей жизнью распоряжаться. Никто не знает, когда он предстанет перед Богом или когда он умрет. Но главный вопрос, как мы предстанем перед Богом. Подумайте об этом. Если есть желающие, я могу бесплатно подарить молитвенник. Вы можете найти здесь молитву спасения, молитву прощения. Кто желает, может взять.